сотня, у нас семья. Давай. В атаку. Ты не можешь повернуться. Ладно, давай. Ха, трухло. Отлично. Еще один заряд. Откуда идет стрельба? Вижу. Повезло, что у меня прицел далекий. Ни за что. Черт, из-за тебя промахнул. Отлично. Я никогда не промахиваюсь. Помощь, помощь. Сделайте так, чтобы они не выстрелили в эту штуку, пока я вызываю помощь. Давно хотела расправиться с этим выпендрожником КВ-2. Я не КВ-2. КВ-2 это мой отец. Он мне много рассказывал о таком, как... Ну все, пизда. Сообщение о помощи перед... Я не должен отвлекаться. Что же нам... Советую нам не этого бояться, а кое-чего другого.